Нельзя опаздывать ни на минуту. Время изготовления продукции на Горьковском автозаводе исчисляется в секундах. Высокий уровень качества и современные производственные технологии. Так оценивает работу ГАЗа глава региона Глеб Никитин после осмотра ключевых производств. Здесь реализуются проекты локализации и импортозамещения для всей отрасли автомобилестроения в стране. По итогам совещания Никитин заявляет о необходимости продолжить выработку стратегического видения развития группы ГАЗ и автомобильной отрасли в целом. Почему я принял участие в этом совещании, какая была основная моя позиция? Ну, естественно, большая локализация в Нижегородской области, потому что группа ГАЗ, она у нас имеет подразделения в разных областях, поэтому будем убеждать, что климат и условия работы здесь, к которым, в принципе, они привыкли, будет только улучшаться. Именно в этом важнейший пункт будущей стратегии. Производство автокомпонентов должно размещаться у нас в регионе. Локализация даст возможность снижения себестоимости продукции. У Горьковского автозавода есть все возможности, чтобы стать центром производства широкого ряда комплектующих. Глеб Сергеевич увидел, что он в одном производственном корпусе одна команда собирает как Mercedes-Benz, так на этих же линиях она собирает и «Газель». «Газель Некст», «Газель Бизнес» и «Газон Некст». И это одинаковый уровень качества. ГАЗ сегодня производит очень качественные, надежные автомобили. Это то, что мы хотели показать. Кроме того, на совещании обсуждают возможность создания на свободных площадях Горьковского автозавода индустриального парка. Территория позволяет 30 тысяч квадратных метров. В первую очередь парк будет ориентирован на производство автокомпонентов. Но с учетом поддержки, которую готово оказать правительство, такой парк будет привлекательным и для других производителей.